Спасти чужую жизнь собственной кровью. В России проходит День донора. Отметили его и в Махачкале. Студенческая молодежь, работники госучреждений и те, кому просто не безразлична судьба других людей, пришли сдать кровь на станцию переливания. Кто-то сдавал впервые, узнав об акции за день, а для кого-то это уже сложившаяся традиция – помогать людям. Ну, более 10 лет я уже сдаю кровь. Это уже 37-й мой привод сюда. Ну, это важно для людей. Мы же не знаем, в какой ситуации человек может оказаться. Может быть, ожоги, могут быть травмы разного рода, разного характера. И вот любое время, чтобы здесь была кровь. Мы, как Республиканский центр медицинской профилактики, имеем такую возможность, желание и считаем, что просто мы должны, обязаны быть в первых рядах со всеми нашими жителями, которые пришли сегодня сюда, молодые люди, парни, как бы среднего возраста люди, которые ведут здоровый образ жизни и хотят помогать другим людям, сдавая кровь. Байкеры из мотоклуба «Черные орлы» в этом году не остались в стороне, поделившись своей кровью. Любители железных коней, скорости и адреналина присоединились к донорскому движению. Основная цель, если мы своим поступком сможем помочь кому-нибудь, это, то есть, можно сказать, что цель наша достигнута. И потом хотелось бы еще вот то, что случилось недавно в Санкт-Петербурге, взрыв. То есть мы, дагестанцы, сами знаем не понаслышке, что такое терроризм и как бывает больно после теракта. Поэтому тоже как бы хотелось бы и помощь. И им, что мы их поддерживаем, что мы всегда против и террора, и всей насилия.